Добрый день! Добро пожаловать к нам на канал интернет-магазина Toffee Shop. Геометрические орнаменты в маникюре являются достаточно новой и специфической областью в ногтевом сервисе, но данный факт не помешал геометрическому маникюру стать популярным и востребованным у многих женщин. Простота геометрического маникюра заключается в его минимализме, и сегодня мы покажем, как быстро и легко нарисовать 4 стильных дизайна на основе такого тренда. Перед началом нанесения дизайна мы сделали маникюр и укрепили ногти полигелем. Для основы мы будем использовать салатовый гель-лак 182 и оранжевый 21 от бренда Toffee Profi. Сначала возьмем в работу те ногти, на которых мы не будем делать дизайн. Покрываем ногти оранжевым гель-лаком в 2 слоя, просушивая после каждого нанесения. Затем покрываем накрашенные ногти топом Toffee Profi. Теперь переходим к градиенту на необработанных двух ногтевых пластинах. Покрываем ногти оранжевым гель-лаком Toffee Profi 21 в 2 слоя и просушиваем. Макаем губку-печатку наполовину сначала в оранжевый, затем в салатовый гель-лаки и создаем градиент на ногте точечными движениями. Просушиваем в лампе и повторяем действие еще пару раз. Далее перекрываем базой Toffee Profi и сушим. Затем мы вырезаем желаемый слайдер геометрической формы ножницами, опускаем его в воду на пару секунд, промакиваем салфеткой, снимаем подложку и наносим на ноготь. Затем сушим, перекрываем базой Toffee Profi и снова просушиваем. Повторяем действие со следующим ногтем на другой руке. Теперь сделаем надпись на одном из ногтей. Берем тонкую кисть и на просушенной ногтевой пластине рисуем слово «Смайл» черной гель-краской Коди 2. Затем просушиваем в лампе. На другой руке рисуем треугольник с геометрическими линиями. В завершении перекрываем готовые дизайны топом Коди и просушиваем их в лампе. Если вы увидели неровности ногтевой пластины, можно подпилить их пилочкой. Не забывайте ставить лайк и подписаться на наш канал, если вам понравились наши дизайны. Делитесь своими геометрическими орнаментами на ногтях в комментариях. До скорой встречи!